Он практически суммировал не только казахскую, но и тюркскую мифологию. То, что он смог систематизировать эти сотни мифологических сюжетов, сравнить их с другим мифологическим, антропологическим материалом, обнаружить сходство, показать различия. С моей точки зрения, это труд, который нам предстоит потом осуществить, осмыслить. Вот это, с моей точки зрения, просто колоссальный труд по своему духовному, научному значению.